Однажды ты проснулся с мыслью «Гарем, полный адских девушек». Но это была мечта, которую было сложно осуществить. «Когда речь идет о дьявольских девочках, никакая цена не бывает достаточно высокой», сказал ты, когда отважился спуститься в ад. Так. Ну, первый уровень я и без записи прошел, так что он вообще изичный. Сейчас я уже тут. Блять! Ладно, ничего, бывает проколы в жизни. Никто не застрахован от такого. Здравствуйте. Меня зовут Пандемоника. Служба поддержки клиентов ада. Как я могу служить вам? Может, я могу тебе чем-то помочь? Ох, мило с вашей стороны предложить. Я действительно хочу кофе. Я сама не своя без него. Это было слишком просто. Блин, не шибко слишком неактивный ход. Ну, в принципе. Я чувак, похожий на Хитмена, только с волосами. Так что мне вообще поебать. Я уже иду к тебе, девка с глазами. Ты и я теперь. Ступай в мой гарем, у нас есть печеньки и адские проститутки. Гарем? Демон? Ха! Вы бедный дурак! Они разорвут вас на части, и я должна это увидеть. Да, ебать ты, конечно, добрая. А можно ее не надо в мой гарем? Я что-то не хочу. Кошка-девки, 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 кошка-девки. Ой, блядь. Я уже иду за вами, кошку-девки. А вот и я. Не ждали? А, блядь, Цербер. Ты человек? Настоящий человек? Пожалуйста, возьми нас с собой. Это как-то слишком просто. У меня есть к вам вопросы, миледи. Нам нужен человек, чтобы пересечь врата ада. Вы не должны быть в одной части, хотя... Вот же су... Согласен, без вопросов. Да, в конце концов, пора развратить царство смертных. Ага, а вот и еще тройка. Надеюсь, наш главный герой, он хотя бы бизнесмен, а то он их всех не выкормит просто же. Так, а теперь я иду за тобой, недовольная жизнью девушка, прям как я, ёпт. Женщина, не ссыте, я до вас дойду. Нахер вообще там забаррикадировались? Я, конечно, выгляжу немножко страшновато, но не ссыте. Я всего лишь-то адский сутенер. Я пройду. Я обязательно выживу. Я обязательно выживу! Бля. Так, мне кажется, я сделал только хуже. Я сделал полное говно. Ну ничего, 72-й, блин, всегда бывает тоже комом. О! Я как-то дошел. Отлично. Больше гавитых идиотов. Никогда раньше не видела твоего уродливого лица. Во что ты играешь? Я играю в сапёра на максимальных настройках графики. Как тебе такое? Как что? Видеоигры? Конечно, почему бы и нет. Надеюсь, ты ладок с пошаговыми стратегиями. Так, ну вот еще одна. Заебись. О май гад был. Ай-яй-яй, нам-нам. Больно. Я его ты говно опять сделал. Хола, амиго. Мне нужен этот ключ. Мне пофиг, что мне сейчас друт просто в задницу. Мне нужен ключ. Я его получу любой ценой. Женщина, вы можете, пожалуйста... Подойти поближе, на шагов 40. Ну, о, я почти. Подойди на одну клеточку, но ее. Как проходить эту херню? Куда идти? В итоге у меня сейчас шагов не останется. Вот, я наконец-то понял, как это сделать. Я уже на месте. Эй, я слышала о твоем гареме. Гарем — это иллюзия, мы играем в сапёра. Ебану мать, позволь мне избавить тебя от твоих страданий. Да ебать вас газопроводом. Ладно, пошли со мной, паровозик Томас. Херово, но я все равно иду. Давай, попробуй останови меня. Ну что ж, у нас теперь в команде есть вечно дымящий паровозик Томас. Теперь предоставило время ангела. Серьезно? Как я понимаю, Яндекс.Навигатор тебя занес не туда тоже. Блять, ебучий ты, сука, Яндекс.Навигатор, блять. Эй, чё вырвал? А ну встань оттуда вам.
Не смотри на меня так, для подсказок головоломки. Я не ботаник. Можешь убить себя на некоторых шипах. Это будет забавно. Рад, что вы пригласили Малинку, хотя... Она проводит слишком много времени в одиночестве, играя в самые занудные видеоигры. Ты, пожалуйста, заткнуться. Знаете, как она заводится, когда играет? Хотя один раз... Убей одного из нас. Я или она. Пожалуйста, быстрее. Убить себя! Адьос, амигос, падла пидорос! Ну все, я иду за тобой, чертов ангел. Я уже понял, как эта херня все делается. Это будет легко. Правда, я тут легко потратил столько времени, что мне кажется, что это было сложно. А вот и я, адский сутенер. Боже мой, что живой человек делает в аду? Это необычно. А, ну я пришел сюда посмотреть на демонов. Ну да, посмотреть на демонов. Ах, ты тоже. Да, угадаю. Ты здесь на современном грехе? Или это демонология? Мы должны объединить наши усилия. Ай, ебой. Все. Блин, как мне... Я с первого раза отгадал, что и говорить надо. Женщины в очках, не ссыте, я сейчас до вас спокойно дойду. Я уже разработал план спустя 6-7 раз. Этот уровень намного легче, чем тот, который был. Тут вообще. Ты только что решил эту головоломку? Это потрясающе! Я его скипнул в меню. Пошли в мой гарем. Это звучит как что-то классное. Конечно, пошли. Чем больше, тем лучше. Верно? А с ней было довольно просто, кстати. Вообще, по сравнению с прошлыми уровнями... Ну, с прошлым уровнем, как мне, с ангелом. Это прям изи. Здрасте, 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 здрасте. Блин, мы обойдем. Умный в гору не поет, умный в гору... Блин, я иду. Пошел нахуй, пидор. Здравствуйте. Мы наконец-то встретились. Вы доказали, что достойны пройти все мои испытания. Пообещай мне свою душу, и я сделаю тебя самым ценным рабом. Нет, спасибо. Погнали в мой гарем! Что ты пытаешься постичь? Ты думаешь, что сможешь поработить демонов своей воле? Зови меня мастер и выбирай выражение, сука! Я вижу, я должна научить тебя твоему месту. А что я так сказал? У нас есть блины и кофе. В самом деле, это оно? Вы приходите сюда и пытаетесь купить меня с блинами? Тебе повезло. Я люблю блины. Я думаю, что ты убедил меня. Этот твой гарем может оказаться интересным, в конце концов. Это было успешное проникновение в очередь на первое место в пятерочке. При этом ни разу не умерев. Все, идем отсюда. Как я понимаю, это какой? Это предпоследний уровень вроде? Их вроде тут 10. Я тут. Ты действительно думал, что можешь просто уйти? После того, что ты сделал? Не понял нахуй. В смысле, я как-то не так прошел или что? Ты вроде живой, а вроде не живой. Проснись, сержант. Пора на работу. Блин. Ну, учитывая все, примерно так это и переводится. Я только нашла тебя, нарушитель. Так что не умирай пока. Мы будем проводить много времени вместе, ты и я. Зажечь грех, машина. Страдания должны быть сделаны. В смысле? Откуда? Какого хрена? Я не думал, что в этой игре есть босс файт. Нет, 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 нет. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Адский сутенер никогда не умрет! Но это не точно. Я буду жить. I'm alive, I'm alive. Я не умру тут как... Эх, дебил. Не, ой, знаете, бля, слушай, это легко оказывается. Какого... А, ну у меня есть жизни, как я понял. Сколько? 3 жизни? Где нахуй? Кто нахуй? Где? Кто? Все, понял. Понял, что надо делать. Здрасте. Тебе нравится грех машина? Нарушитель. Сдайся и позволь ей поглотить тебя. Нет, подожди, не сдавайся. Ты должен вытащить нас отсюда. И я все еще с нетерпением жду своего кофе. Оставь надежду. Его судьба предрешена. Суждение, уважаю. Этот человек может и не знать, но он принадлежит мне.
Не могли бы вы, пожалуйста, не вредить ему? Молчать! Настоящая работа начинается! Ну блин, не хочу! Не хочу! Не хочу! Не хочу! Я не умру! Я тут не умру! Без урона, пожалуйста, без урона даже хочу! Я просто хочу мирной и спокойной жизни! Я не хочу уже даже этот гарем, я просто хочу домой! Аскис, мир просто хочет свою теплую мягкую кроватку! Я уже от цепи? Я еще урон не получу! Пожалуйста, без урона, пожалуйста, без урона, пожалуйста, без урона, пожалуйста, без урона, пожалуйста, без урона! Есть! Те цепи, которые связывают тебя, сделаны из вещей, которые привели тебя сюда. Твое эго, твоя жадность, твоя подлость. Ты сам себе мучитель. Достаточно. Верховный прокурор, я приказываю вам немедленно уйти в отставку. Никакая власть не стоит выше наказания. Продолжай. Суд в движении. Да, пожалуйста, продолжайте. Это Эйс Пьюсер, материал огонь. Я должна быть чертова королева ада. Почему никто никогда не слушает меня? О май гад, да была новая волна. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу уже. Ладно, я примерно понял, как тут справляться. Самый надежный вариант это просто быть сумасшедшим. Бегать по всему, и тебя вряд ли поймают. Нет! Ну или нет. Или я ошибаюсь. Ой, мне жопа, ой, мне жопа. Ой. Жарили пуканом пахнет. Так. Бегом! Надо, давай, все, бежим. Еще один удар. Все, готово. Ты действительно думаешь, что можешь вырваться из этих оков? Ты должен знать. Надежда ведет к разочарованию и отчаянию. А оковы отчаяния самые восхитительные. Ты должна быть проклята, малинка. Ты только что нашла друга ботаника. А его уже сейчас убьют. Знаю свою удачу, он все равно играл не кровь. Я должна была оставить его для себя в конце концов. Да, сожалею о всем, что ты когда-нибудь сделал. У тебя классные... волосы, да, да. Лезь, она не спасет тебя от твоей судьбы. Я серьезно, как бы. Это так? В таком случае спасибо, и я полагаю, теперь давайте вернемся к страданиям. Да ё-моё, не хочу больше, не надо, все, хватит. Это последнее? Погоди, там внизу огни, это, наверное, последнее. Тихо. Ля, тихо. Тише, ля какой. Как я это делаю? Мать моя, иди, ёханой бабай. Как я уворачиваю? Как я это сделал? Бля. Так, все, осталось последнее. Совсем чуть-чуть. Надо тайминг только подобрать. Тайминг. Тайминг работы со звуками. Надо тайминг. На пизды. Последние слова. Прежде, чем начнется настоящая боль. Я сожалею лишь об одном, что не видел никогда тебя раньше. Бросить дешевой лестью? Ты делаешь мою работу сложной. Слушай, я действительно не хочу этого делать, но факты были запечатаны. Ничто не помешает твоему наказанию. Однако, я могу отложить твои мучения на несколько лет, если ты уйдешь и больше никогда не будешь беспокоить ад. Так что считай, тебе повезло, и убирайся с моих глаз. Я сказала, что ты свободен. Изыди! Что? Ты хочешь пригласить меня в свой гарем? Не смеши! Ты бы поделился крышей с бессмертным аватаром боли, который поклялся убить тебя с помощью пыток? Поверь, меня есть хуже. Подожди, ты серьезен? Видя, насколько мы далеки от правильного ритуала, я могла бы дать тебе шанс. Наконец-то! Я думаю, это никогда не закончится. Ты выбрался из ада. Это конец. Ты собрал целый гарем, у тебя все хорошо, и тебя призвали хилтекером, адским борцом. Если что. Но мы тебя будем называть адским сутенером. Твоя жизнь превратилась в ад. Тебя, скорее всего, убили, ты проживешь недолгую жизнь. Но зато на будущее это. Зато попытайся оторваться по полной. Удачи тебе! О!
Ля, это моя хата! Очередную порцию блинчиков делаешь, я вижу. И это так классно. Спасибо тебе за помощь! Не упоминай это меньшее, что я могу сделать. Хотя я должна сказать, я все еще не могу выяснить, как ты делаешь их совершенно тонкие каждый раз. И то, как ты вращаешь их в воздухе, там должно быть какое-то волшебство. Это опыт. Да, конечно. Лучше иди раздавай всем свои блины. Так, теперь ты. Блинчики! Ты серьезно читаешь романтическую комедию? Никогда раньше не слышал об этом романтическом материале. Это самая сумасшедшая вещь, которую я когда-либо видел. Может быть, я делала что-то неправильно все это время? Хочешь пойти на свидание? Я всегда знала, что ты извращенный дегенерат. Ладно, с тобой все понятно. Блинчики! Круто. Впрочем, у меня есть вопрос. Спрашивай. Девушки говорят, что ты никогда не снимаешь свои очки. Это почему? А ты почему? Ох, я? Это потому, что я слепая. В другой раз. Ой, да ладно. Девочки поспорили. Я потеряю 10 баксов, если у тебя нет лазерного зрения. Блинчики. Конечно. Но мне бы немного огоньку. Не кури в доме паровозик Томас. Или что? Ты меня накажешь? Давай. Я была очень плохой девочкой. Тебе ведь это бы понравилось, верно? Иди к черту! Ну и ладно. Ты знаешь, как трудно найти пошаговую стратегию, в которой мы могли бы поиграть? Почти все, что придумало человечество, является либо продолжением, либо дерьмовым планетом. Но ты все равно хочешь поиграть? Это так, к сожалению. Нам понадобится много алкоголя. Блинчики! Мы почему там менты за дверью? На пизда. Блинчики. Нарушители стремятся вторгнуться в наше владение. Я должна с ними разобраться. Нахуй надо. Я сам разберусь. Блинчики! О, это сработало. Ну окей. Идите в жопу теперь.